Дэвид Немировский в составе московских армейцев. Что касается игры на точке, здесь равенство. По 7 выездных единоборств у каждой команды. В составе ярославцев можно отметить Даниила Апалькова. Трижды тот вставал на точку и трижды выигрывал. И точно такое же достижение у Иллари Филпова. Так что Филпова вообще молодец. Ни одного вбрасывания не проиграл. Еще и шайбу забросил. Николаю Прохоркину досталось. Он поднимается с трудом со льда. Игорь Григоренко ему помогает. Прохоркин является лучшим бомбардиром московских армейцев. Лучшего бомбардира у Локомотива Сергея Плотникова мы не видим. Досталось по лицу вот в этом столкновении Прохоркину, но должен вернуться в игру. Евгений Ромасько подъехал к судейскому столику. Нарушил у нас право Илья Горохов. Большой и дисциплинарный штраф для Ильи Горохова. Эта встреча закончена. Локомотив лишается своего капитана и лишается защитника первой пары. Ну и просто одного из лидеров своей команды. Печаль на лице Дмитрия Мальцева. И отправляется на скамейку штрафников Эмиль Галим.